have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Мы с вами сегодня в Armored Patrol. И очень интересная штука нас ждала на входе. Разработчик оставил сообщение о том, что он собирается полностью закрыть этот режим, потому что он полон лагов, багов, написан на 11-летнем коде. И вообще он собирается разработать вторую версию игры полностью с нуля. И она будет готова к концу этого года. Поэтому... Естественно, мы будем за этим следить, естественно, мы пойдем навестим его во второй игре, но пока это присутствует, мы с удовольствием придем и поиграем, поэтому да. Куда? Какую ты хочешь команду? Синюю, давай красную? В синюю. Синюю, пойдем в синюю. Блин. Уф. Слушай, у меня лапки. Ну, понятно, что у тебя лапки. Кстати, ребят, вот этот вот цилиндр попал в мою коллекцию, и вот эти чудесные книжечки, там были кодики, если что. Я думаю, что вы тоже успели все взять. Это, по-моему, было лимитированное предложение, поэтому сейчас эти коды писать уже, по-моему, бесполезно, но все же, чтобы вы понимали, откуда это все взялось. А насчет цилиндров, у меня просто коллекция цилиндров, и в этот раз я буду ходить с таким цилиндром. Просто хорошо. Обычная, очень крутая коллекция цилиндров. Ну, да, коллекция цилиндров всегда круто. Что будем брать на этот раз? Давай-ка посмотрим. Мы могли бы взять торвелет. Я что-то не очень уверен, что я хочу летать на торвелете, но давай посмотрим. Теслу. Кого? Кибертрак можно. Кибертрак? Да, кибертрак. А, поехали, пофиг. А, погоди. Тебе надо купить ранки... А где это делается, я забыл. Вот кнопочка shop. Да, понял. Так, купить 750, сколько у меня? А, у меня 4000. Да. Я, по идее, могу... погоди, а разве купи. Это... Купи второй и третий ранг. Ладно, второй и третий. И так, на четвертый мне не получится купить... Супер Джек Хелмет. Шлем можно купить? Премиальный... Нет, ладно. Вот так вот. Короче, просто покупай. Выезжай. Ранки а, и... ты выехал уже. Ну, давай, сади. Я застрял. Стой, дай мне сесть. Дай мне сесть. Let me in, вот. Let me in. Так, ты стреляешь или я? Без понятия. Ну, я не могу сесть за пышку. А если я... Нет, сяду, у меня прицел появляется. А, я понял, смотри. Что? О, теперь я могу стрелять из пушки. Все, могу стрелять из пушки. Это ты едешь? Да, это я еду. А, я даже не за рулем. Кстати, у меня под определенными углами проглючивает твоя голова и появляется лицо обычное, а не кошачье. Обычное лицо, интересно. Так, в общем-то, стреляй, стреляй. Я кидаю гранатами в него. Он пытается нас выстрелить без ракет. Бей его, бей! Стараюсь. Ты дышь. Ай-яй-яй-яй-яй, есть! Все. Уезжаем. Слушай, отсюда. А вот это что такое? Не советую туда залазить, там враг. Я понимаю, но я застрял. А, вот, все, отстрял. Давай просто кину в кабину гранату. Ну, чтобы... хорошо, согласен. Разработчик не шутил насчет лагов и багов, они здесь реально присутствуют, и чувак реально просто, наверное, устал от всего, что здесь происходит. Ой, а как ты стрелял? Человека. Что? Как? Я просто нажал на arrow steer. Уф. Меня убили. Каким образом? Из пушки. Блин, как стрелять из этой штуки? У меня есть прицел, но я не вижу, как стрелять. Там рядом со стандартом, там есть кнопочка... Ауто? Да. Ну, вообще... тяжело объяснить. А, вот.
Все, я нашел. А, у меня... Когда, как раз как я нашел стрелять, у меня отбили крышу вместе с пушкой. Я поеду заменю машину, а то у меня просто появился грузовик теперь вместо... Кибергрузовика. Кибергрузовика, да. Мне нужно что-то, с чего я могу... Опа! Осторожней! Да елки-палки, чувак на вертолете просто прям животное. Так, что я могу взять против вертолета? Что тут у нас было интересненького? Я взял себе премиум пулиный автомат. А зачем? Ну, чтоб сильнее были. Я не знаю, что делают эти пули, но я думаю, то, что я буду сильнее стрелять. Какой у нас есть хороший антиэйр? Ну-ка. Тут в основном танки. Ладно, у меня есть идея. Иди ко мне. Ща, я вот эту штуку купил. А, ты на вертушке? Да. Все, я полетел. Ты веришь, что ты полетел? Есть, попадалово. Вы не уворачивайтесь, вы чё? На тебе! Ох, как хорошо, куски-то разлетаются. Я улетаю. Кажись, больше не улетаю. Ко мне прилетают ракеты и просто валяются, они не взрываются, они такие, ну типа, окей. Слушай, чё-то слишком много вертолетов и красных. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ты чё? Короче, я беру ракетную штуку и буду во всех стрелять ракетами. Всех сбивать. Направо и налево. Или налево и направо. Так, блин, а попасть ты там не хочешь, например? Так. Есть! Я в чувака на чинуке попал. Блин. Ай, почти. Думаю, вот здесь вот можно мне пушку отсоединить. Есть! Вот эта штука хорошо попадает, мне нравится. Это, погоди, я могу 50... Я могу вот этим стрелять? Блин, пушка не хочет соединяться. Воу, погоди, эй! Да, нужно было сразу 50-миллиметровым гасить. Я уже стреляю вертолеты ракетами. Самый большой вертолет. Ёлки. Ладно, надо было раньше переключиться на крупнокалиберку. Пофиг. Что можно такого интересненького взять? Ну-ка. Что-то с хорошей пушкой. Шерман, вы чё? Тига? Короче, у меня есть противовертолетная пушка, и я этой противовертолетной пушкой сбиваю вертолет. О, какой вкусный вертолетик! На месте стоит, ничего не делает. Ей-ей-ей! Блин, смотри, нубы, твари. Мне следует приготовиться, потому что я уже взял другую офигительную пушку. Ай, да как вы так броню-то пробиваете? Это ж танк, ну вы чё? Ладно, где там вертолеты были, ну-ка? Наверху, что ли? Не, прямо рядом. Просто направо поверни, вот я сзади. Где ты сзади? Ну, короче, все. Погоди, я хочу наверх зайти. Там, по-моему, были вертолеты. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, чувак с кусками динамита извращается. А, вот вертолеты. Все, вижу. Так, что я там могу взять? Давай.
И как мне стрелять из пушки? Кто мне не подскажет? Так, а как мне вверх? Буковка И. А, тут И, Q управление. Все, я отсоединил пушку, и теперь я буду всех убивать. Зачем я ее так ровно отсоединил? Вы чё? Я стреляю в вертолет, который хочет тебя сбить в мощной пушке. Да как меня убили, твари? Слушай, у меня есть идея. Я беру кибертрак. Буду на всех углах просто тихонько. Нет, они, у них просто, смотри, у них уже изначально два вертолета в воздухе, и довольно тяжело с ними справиться, потому что они изначально держат территорию, поэтому... Ну-ка. Я нашел свою пушку ракетную. Ну-ка. Короче, я сбил вертолет. Да, вижу, вижу. Так, теперь сажусь в кибертрак. Промазал. Пофиг на тебя. Ну-ка посмотрим, что они мне смогут сейчас противопоставить. Да как ты взлетел, тварь? А? Эта тварь взлетела, муха долбаная. Ну все. Ой, все. Ой, все? Ой, все. А! Не-не-не-не-не! Чувак! Отстань от меня! Я просто тихонечко положу свою пушку. Ракету. Там вообще-то два вертолета! Слушай, я еще помогать буду. Тебе. Давай скорей! Блин, сейчас, этот сбили уже. Да ладно тебе, ракетой. Почему я не смог его так быстро сбить? Ну, то есть, мне показалось, что я в него тоже стреляю, но почему-то... А? Почему у этих вертолетов есть ракеты? У нашего вертолета тоже есть ракеты, если что. Переключаешь на Missile EP. И как бы вроде как есть. Вроде как. Ну вот, я не успел взлететь. А, ну нормально. Всё. Я же говорю, просто фишка в том, что они заранее сразу уже держат территорию. Да-да-да. Я, короче, взял пушку под названием противолетная. Ну-ка, чинук, эй-эй. Да этот долбанный дебил занял мою пушку. Ну, блин. Ну, вверх подымайся! Почему не поворачиваем? О, поворачиваем. Существуют люди, а существуют дебилы. Хорош, на мою пушку садись. Там написано, что ракеты самонаводящиеся. Не как бы ничего, что они не самонаводятся, они просто мимо пролетают и все. Что за фигня? Есть. А? Чё? Почему моя пушка уезжает? Она. Стой! Ты же вернуться обещала. Он улетел, но обещал вернуться. Меня. Да займи, пожалуйста, место водителя. О, эта штука довольно быстрая, хорошо. Короче, я беру кибертрак, тихонько, никого не трогаю, просто буду в уголку проезжать и захватывать точки. Едь!
Да, блин, вот эта штука реально бесит. Ну, зачем это объявление повесили сверху? Чувак, я понимаю, что у тебя игра полна багов и всякое такое, но ты сейчас делаешь только хуже. Да отстань от меня, долбанный вертолет. Короче, я на точку Браво, ничего. Не отстаньте от меня, тварь. Было бы неплохо попасть в эту штуку, тебе не кажется? Да ёлки, ну откуда у него ракеты в таком количестве? Ай, блин, бесит. Не знаю, эта катка как-то сразу не задалась. Я захватываю точку Браво. Давай, давай. Так, вот это у нас была ракета, да? 25-миллиметровые. Ну так они спаункемпят. Не бойся, я захватываю точку Браво. Они мне ничего не сделают. Лол. О, неужели это случилось, блин? Короче, я понял, как сделать так, чтобы в меня не попадал вертолет и захватывает точку Браво. Просто ты, может быть, лететь будешь? Что с тобой не так? Вертолет-то, блин. Ай, да бесит. Нажимаю вперед, он берет, утыкается куда-то, непонятно как. Хорош, ну развернись. Да ну, блин, это же бред какой-то. Да, конечно, чувак идеально попадает, ага. На самом деле, бомбалейло то еще. Я не знаю, что такое с вертолетами. То есть, реально, у нас... вот по нашему вертолету стреляет, он рассыпается на запчасти. По их вертолету сколько я стрелял? И из пушек, и из чего угодно. Сколько времени понадобилось, чтобы его сбить? Помнишь такие вертраки, бронированные машины, которых вообще даже ракеты не берут, да? Короче, меня пустили уже 4 ракеты, я не умираю. Вот сейчас, что это такое? Вот я стреляю в чувака. Почему? Почему с его вертолетом ничего не случается? От моего вертолета уже ничего не осталось? Ну, игра же полна багов. Ладно, вот сейчас я не попадаю. Окей, это было видно, что я не попадаю. Эти крысы поставили базу прямо возле нашей базы. Твари. Хватит косить! Ёлки-палки, это так бесит. Вертолет заклинивает в одной позиции, и все, это ему ничего не сделаешь. Ну да, спасибо, конечно. Угу. Все, теперь это мой танк, уйдите. Блин, я украл танк прямо у чувака на глазах. Лол. В общем-то, реально, наверное, в следующий раз, когда мы придем играть в эту игру, мы пойдем именно в версию 2.0, которую он нами говорит, потому что здесь стало практически неиграбельно. Я не знаю, это очень... Очень противно, как они сейчас тут все сделали. То есть, по-моему, раньше было повеселее, раньше было получше. Сейчас происходит вообще какая-то штука непонятная. Какого фига? Почему-то невидимая стена, в смысле? Почему он может так быстро стрелять, а я не могу так быстро стрелять? Я не могу зажать кнопку, чтобы оно стреляло. Мне приходится каждый раз клацать, блин. Что это за фигня? Так. Ну, игра тупая просто. Нет, это не игра тупая, это вещи, которые реально, ну, возможно, можно было бы исправить. Вот, антиэйр.
Ну вот, я попадаю по чуваку антиэйр пушкой. Почему это не работает так, как это должно работать? То есть от него отлетают детали, но он не падает. Не, ему нормально. Как только в мой вертолет попадает хотя бы парочка снарядов, то все хорошо, и он моментально падает. Как только здесь, как только я в кого-то начинаю попадать... Ну, я сейчас с него стреляю антиэйром, этого не надо. Надо вот так вот. Так эта штука разлетается. Сейчас опять берем антиэйр. Фух, наконец-то хорошо стало. Хорош! Красные побеждают, я за них крайне рад. Да, конечно, они же спаункемпили абсолютно весь ранг, поэтому они должны победить. Какого фига? Как бы мы стрелять-то будем, нет? Почему я не могу задавить чувака? А, фигня. Вот бы они сделали заново. Которую нельзя красным ходить. Нет, на самом деле спаункэмп это тоже противная вещь. Короче, ладно, у нас сегодня получился не бронепатруль, а у нас сегодня получился бомбящий патруль, потому что вот это то, что сейчас происходило, это было полнейшее бомбилово. На этом, я думаю, мы будем заканчивать, пока еще хоть капелька нервных клеток осталась на месте. Поэтому спасибо, что были с нами. Встретимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда.